евакуація населення. Візьміть необхідні речі, повідомте сусідів, перехожих та знайомих про загальну евакуацію. Також хочемо наголосити, що робота критичної інфраструктури в зв'язку з критичними пошкодженнями комунікацій, а саме газопостачання, водопостачання, електропостачання, неможливо відновити у вашому населеному пункті. Тому закликаємо вас до наступу холодів евакуюватися в більш безпечні регіони. Ви можете телефонувати за номером гарячої лінії з питань евакуації 0800-33-92-91. Всем привет, Днепр на связи, 15 октября, вот у нас уже, друзья, и вечер, немножко вечерней набережной вам в ленту, вот так это все у нас выглядит, троллейбусы летают, красиво все светится. Рыбачки тусуются. Что он там бросает? Ну, в общем, так, видите, такая вечерняя обстановочка. Храм у нас здесь. Спасителя. Видите, какой. Что-то с освещением, правда, как-то слабовастенько у нас. Рыбаков мало, один рыбак всего. Ну так это еще и девушка. Ничего себе. Девчонки могут. Пустынная осенняя набережная. Ходят, конечно, еще люди, но уже не сравнить с летней в теплые дни. Ну що, зрада чи перемога, друзі, у нас к вечору. Зараз така інформація, що в Харківській області Куп'янське направлення, Куп'янськ, Куп'янськ-Узловой, Борова, Ізюмського району, там ще входять. В общем, обов'язкова, принудительна евакуація гражданського населення. На данный момент гражданского населения там около 7 тысяч. Связано это с продвижением армии РФ. Пару дней назад это расстояние до Купинска составляло 3 километра. Уже, наверное, меньше. Подход к речке Оскол, которую вскоре будут форсировать, скорее всего, и, скорее всего, успешно. И то, что просто не могут обеспечить ни воду. Уже об этом открыто сказали, что обстрелы, плюс-минус, короче, ничего не могут сделать. Обстрелы, тепло, свет, отопление, свет и вода, всего этого не будет. Постоянные обстрелы и вот ситуация на фронте. Начинается принудительная эвакуэйшн. Вот это что, всех собак в городе собрали. Вот эти коты. Что-то происходит, короче. Вот такие, друзья, дела. Но
принудительная, и она будет ужесточена. Я не понимаю, как это будет. Будут хватать, что ли, за патлы там тащить или как. Люди не хотят выезжать. Вот такая вот ситуация. Те, кто остался, об этом говорит Синегубов, ситуация с эвакуацией усугубляется, потому что люди не хотят выезжать. Собака кого-то съела. Вот такие дела. Что еще на повестке дня? Франция не даст 3 миллиарда, которые обещала, из-за дефицита бюджета. Денег нет. И до польского министра обороны Камышеваха, как его там, не помню, дошло, что, блин, украинцы, которым они платят пособие, на самом деле не бедные, несчастные беженцы. Говорит, мене обурює, ну, говорит, вот меня вот это все, говорит, вообще будоражит. Не только меня, но и руководство страны, то, что мы платим им пособие. А молодые пацаны на дорогих тачках покупают дорогую недвижимость, берут в аренду дорогую недвижимость в отелях пятизвездочных. Тут совершенно орёт. Это орёт ребёнок, чё ж. Офигеть. Слышите, как орёт? Офигеть. Что творится. Так что, говорит, будем убирать выплаты для всех военнообязанных украинцев. Надо не выплачивать пособия. Верните их всех. Верните. Верните. Заберите у них дорогие автомобили, дорогую недвижимость. Продайте. И на что-нибудь полезные деньги потратьте. А тех верните сюда. Офигеть. Тут, блин, уничтожают средний класс, малоимущих уничтожают, а там украинцы катаются на тачках. Ну, а в Монако, вон, посмотрите, опять показывали журналисты, одни, блин, тачки дорогущие стоят все на украинских номерах. Война, ага. А бабло-то все равно тут зарабатывают, на тех, кто остался. Короче, жесть. То, что нам труба... Я уже вижу, что Украину уничтожат. Украину уничтожат, и это в том числе благодаря великим управленцам. Кому там надо написать, чтобы меня лишили гражданства и вывезли куда-нибудь? Вывезите меня в Испанию. Ой, блин, я балдю. Я балдю. Вот и вы, может, позже сходим. Ты меня узнаешь по-любе. Я буду с пакетом от тебя. Во! Вновь память закончилась в телефоне. В общем так, друзья, вы помните, мы вчера пели песню. А продавщица слушала, а потом как вышла. А я думаю, привет. Станция Петушки. Ого, женщина зигует, видели? Зигует, он еще один зигует ей в ответ. Видите, зигуют люди, ё-моё. Офигеть. Немцы в городе зигуют. Это ж фашистское приветствие. Что творится? Что творится? О, Мерседес Гитлера. Ой-ой-ой, вот так и живем, короче. Никакого праздника, никакого новогоднего настроения нет. Так, друзья, всем желаю всего хорошего. Спасибо за что? За все спасибо. Не забудьте поставить палец вверх, поддержать видео. Видите, какая рыбка тут. Хитьха, рыбка. Так что все, всем удачи, счастья, здоровья и до нового выхода на связь. А пока что все. Я устал. Я ухожу из твоей жизни. Пара-па-пара-пара-пара-пара-па. Не сыпь мне соль на рану. Не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану. Она еще болит.